А сегодня с поступления популярных и довольно мощных сабовых динамиков от компании Dell Audio, модель Griffon Pro 12. Данная модель завоевала уважение среди автозвукеров. Выглядит она вот таким вот образом. Очень добротно собранный сабовый динамик. Значит, номинальная мощность его составляет 500 Вт. Звуковая катушка в нем стоит 3-дюймовая. Отлично выдерживает мощу. Даже когда вы цепляете ему довольно мощный моноблок. Отлично сделанные вшитые подводящие провода. Они толстенькие, на зажимных терминалах. Многие его начинают сравнивать с Уралом. И говорят, что это один завод. Нет, это абсолютно разные заводы. Ну, вот сопоставим с Урал ТТ. Сам по себе Griffon Pro, он даже будет повыше, чем Урал ТТ. Ну и сборка даже, честно сказать, под внушительней. Вот, перевернем, посмотрим их задней стороны. Например, Dell Audio, какой у него магнит для охлаждения. И, например, Урал ТТ. Они даже магнитами отличаются. Абсолютно разные магниты. И абсолютно разные корзины у них. Ну и, соответственно, даже маленько отличается сам по себе диффузор. Делька даже более губастая сама по себе. Резонансная частота у Griffon Pro составляет 32,7 Гц. Ну и, соответственно, чувствительность 83 примерно дБ. Отличный выбор среди среднемощных сабовых динамиков. Отлично будет играть, если вы на него подкинете моноблок где-то в районе киловатта. Ну и, соответственно, правильно сделайте короб с фазоинвертером, либо в виде щели, либо в виде трубы. И будете приятно удивлены ему качеству звучания. Играет, кстати, очень мягко. Подойдет абсолютно под любой жанр музыки. В наличии Киевская 15, магазин Модерн.